МФЦ ежедневно посещает несколько сотен человек. Именно поэтому врачи отправились в это учреждение, чтобы вакцинировать сотрудников многофункционального центра и защитить их от гриппа. Народу много за весь день проходит. Да и в принципе при таком графике очень много людей проходит на каждого человека. А в зале то уж там по несколько сотен может быть. Поэтому и делаем. Их нужно делать. Осень – самое время вакцинироваться. Медики считают, что вакцина не только убережет от гриппа и ОРВИ, но и поможет снизить риск возникновения осложнений, если все-таки человек заболеет. Осень – пора прививок от гриппа. Мы начали в этом году очень рано. Ездим по предприятиям, выезжаем во все организации, которые относятся к нашей поликлинике. Также приглашаем все население в поликлинику к нам, в первую, в инфекционный кабинет или к любому терапевту могут попасть. Вакцины достаточно, так что всем хватит, всех привьем. Кстати, вакцинировались не только сотрудники МФЦ, посетители тоже присоединились, заполнили все необходимые документы и сделали прививку. Ощущения нормальные, вообще буквально 3 минуты заняло это все. Буду здоровее, крепче. Всю неделю бригада врачей Одинцовской центральной районной больницы перемещается по городу. Сегодня медики работали в кампусе МГИМО. 15 сентября вакцинировать от гриппа будут на Одинцовском подворье. А в субботу на центральной площади города Одинцова с 11 часов утра до 3 дня будет работать передвижной ФАП, где любой желающий может получить вакцину от гриппа. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».